Олимпиада НТИ – это очень странное явление, очень интересный формат, не похожий на другие Олимпиады. Здесь ребята в течение нескольких дней решают технологические задачи над самым передним краем наших технологий. У нас участники – это дети со всей России. Мы стараемся детям показать то, чем сейчас отрасль живет. Я жду для себя новых знаний. Каждый год задача становится сложнее и ближе к реальности, обретая какие-то новые грани. Они просто первый раз оказались в другом мире. Если ты приехал на Олимпиаду, ты уже не должен ничего бояться. Запредельная концентрация умных, талантливых ребят, с которыми можно что-то делать. Очень нравится работать в команде. Каждый занимается тем, что у него лучше всего получается. Здесь мы получим опыт, который просто нигде нельзя получить. А еще это очень интересно и здорово. Так мы можем тренировать свои навыки и понять, кто мы и кем хотим быть. Очень насыщенные дни, и такое ощущение, что не два дня, а вот целую вечность. У меня в детстве таких не было. Этим ребятам повезло больше. В экстремальной ситуации они должны проявить максимум своих возможностей. Самое главное – это не сдаваться. Я узнала сейчас очень много нового. У детей появилась возможность заниматься тем, что у них лучше всего получается, и еще при этом поступать в вуз. Многие приезжают сюда, и они просто не верят, что они здесь оказались. Просто потрясающая лаборатория. Все, что ждал, наверное, вот хороших ощущений, эмоций, новых знаний, тяжелых задач, то и получил. Получается действительно потрясающий результат. Чем больше людей в этом участвуют и получают этот опыт, тем лучшее будущее нас ждет.